этой проблеме подходит не совсем правильно. Дело в том, что когда собирается определить это понятие рабочего класса, вот, скажем, говорят, что давайте определим рабочего. Одного рабочего определить нельзя. Надо все-таки определить класс. А класс один тоже нельзя определить. Нельзя, вот кажется, что раз тема понятия рабочего класса, давайте мы определим рабочий класс. А его нельзя вне других классов и помимо других классов определить. We'll be right back.